Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Creepy Rod. Поехали! Меня зовут Флинт Тракер. Я дальнобойщик. Обычно моя работа не блещет событиями. Но в тот злополучный вечер все вдруг пошло не так. Это был обычный сентябрьский ясный вечер, каких миллион. Завершался мой очередной рейс по доставке маринованных сардин. И я, наконец, возвращался домой, в свой родной город Дастбург, чтобы перевести дух после долгой поездки и повидаться с любовью всей своей жизни Анжелины. Моя детка. Анжелина работала дрессировщицей пан в цирке. И как раз в этот вечер цирк завершал свой гастрольный тур большим представлением в нашем городе. Я был всего в часе езды от города и уже практически ощущал тепло объятий любимой, как вдруг... Неизвестно откуда на дорогу выскочил разъяренный медведь и набросился на мою фуру. От шока и сильного удара я на мгновение потерял сознание. Придя в себя, я обнаружил, что машина съехала на обочину и врезалась в рекламный щит. Кажется, дальше мне придется идти пешком. Лайфхак от Флинта Трекера. Если вокруг творится что-то странное, посильнее ущипните себе за руку. Это поможет вам переключить внимание и сконцентрироваться на боли, не обращая внимания на всеобщее безумие. Понятно? Так, это, я так понимаю, мы. Фу, что, черт возьми, тут происходит? Мне показалось, или на фуру набросился цирковой медведь. Такого я еще не видел. Похоже, тут творится что-то странное. Это уж точно. В любом случае, отстояния на месте пользы мало. Нам надо попытаться добраться до ближайшего населенного пункта. Дорога тут какая-то мутная. Возьму-ка я с собой пушку. А вот это правильно. Так что, ребятушки, погнали. А, для выстрела? Ну, понятно. Это нам и не нужно. Оу, ого. Ха. Кабаны? И свиньи? С окороками. Хорошо. О, дробовик вижу. Так, ЛБ, РБ. Ага, переключение. Хорошо. Воу, Мишка! На-ка, в сраку. Так, подпрыгнуть. Еще дробаш. Гранаты какие-то. Давайте подберем. Так, а вот это вот мне не нравится. Это, наверное, нужно перепрыгивать. Больше, чем уверен. Ё-моё, что это за заваруха такая? Так, давайте отстреливаться. Кролики еще безумные. Что действительно тут происходит, а? Ну, давайте, гады, выходите. Всех накормлю дробью. Все, нет? Нет, не все. Слушайте, ну, графика мультяшная, прикольная, мне нравится. Я люблю игры такого жанра. Так, гамбургер. Ага, это, видимо, пополняем здоровье. Чекпоинт. Перепрыгиваем. Так, здесь тоже. Тихо. Вот так вот. Ну, давайте, кабаны, зайчики. И все это нелепо, сидите на меня. Слушайте, ну, пока довольно все легко и просто. Ничего такого страшного здесь нету. Идем, отстреливаемся. Опять денджер. Ага, понял. Когда денджер, это значит, мы должны отбиваться от толпы вот этих всяких вот животных непонятных. Медведь тут еще этот цирковой. Давай-давай-давай всех. Очков тут никаких нету. Оу, зря-зря я это сделал. Ага, Мишку можно перепрыгнуть. Будем это знать. Ой, у меня дробовик кончился. Как не вовремя. Так, перепрыгнем. Оп, получилось. Дайте бутерброд. О, подкрепились. Дробовик. Ой, елки-палки. Бэйби. Бэйби, сейчас твоя где-то, не знаю где. Да что ты? Этот медведь достал на самом деле. О, смотрите-ка. Здания пошли. Все, что ли?
Первый уровень был довольно простой, ранг S мы получаем, и это хорошо. Так что продолжаем с вами играть. Наконец, хоть какая-то цивилизация. Видимо, свиньи из леса сбежали из этой фермы. Может, здесь мне объяснят, что происходит и откуда взялись все эти бешеные звери в лесу. Музыка прикольная. О, моя милая Эджи, я надеюсь, что с тобой все в порядке. Отсюда до цирка рукой подать. Еще совсем немного, и мы будем вместе. Такой грустный. Держись, детка, папочка уже близко и готов смести все на своем пути, чтобы снова потрепать твои розовые щечки. Поехали. Ой, оружие опять у нас пистолет. А, не, смотри, кулак. Оу, тут уже, смотрите, крестьяне с факелами. Прям как Resident Evil. Ё-моё, это что еще тут за корова? Вместо вымени пулемет? Дробовик. О, бэйби. О, гранатомет, что ли? А ну-ка. Так, а тут-то еще что за срань летит сверху? Нифига, мы тут разнесли пост какой-то. Коктейль Молотова, видимо, взяли. О, огнемет. Опачки, Денджер. Слушайте, мне не нравятся вот эти вот пеликаны или кто там, которые бросают какую-то ересь на меня, рыбу. Так, корова, иди отсюда. Слушайте, ну музон действительно прикольный такой. И атмосферка такая занятная. Мне нравится. Всех, всех, всех сносит. Как их тут много. А этот гаденыш все-таки попадает по мне, а? Крестьяне с дробовиком. Так, опять эти бакланы летят. Со своей тухлой рыбой. Так, подожди ты, гоу. Давай вначале вот так сделаем. Все, вот теперь точно можно бежать. О, дробовик. Дайте мне гамбургер, пожалуйста. У меня очень мало здоровья. О, как прям по заказу. А, у меня почему-то опять полностью здоровье. Ай, ты... Кулак этот мне не нравится, если честно. Вот дробовик, да, это вещь. Чекпоинт, отлично. О, огнемет. Опять Денджер, да что ж такое-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Так, мы... Да еще и медведь. Бутерброд этот оставим с вами. На всякий случай, потому что... Вдруг у нас будет мало здоровья. А у нас уже мало. Так, пока вроде бы неплохо. У дробовика, знаете, какой недостаток? Короткая дистанция. Поражение, вот в каком плане я. Медведь, вали отсюда. Ё-моё, зайчики, вы достали. Со всех сторон-то тут лезть. Причем довольно быстро бегут. Так, а эти ребята там хотели меня поджечь, видимо, да? С коктейлем Молотова. Но не тут-то было. Опа, дробаш. Оу, ё-моё, вот это я встрял. Нифига, она еще и пуляется. Корова-то эта. Ай-яй-яй. Заваруха, заваруха. Блин, как мне пройти дальше-то? Почему-то я не могу, ребят. Вот это здание, видимо, нужно разрушить. А как? Смотрите, тупик. Ха. Странно, можешь поджечь. А оно и не горит. И что же мне делать? Хм. А эти все пруты... О! Надо, видимо, нанести определенный дамаг. И тогда оно сгорает, взрывается. Корова, вали нафиг! Йо, сколько вас тут, а? Во-во-во, вот это вот мне нужно. Гамбургер, как раз полностью восстановили себе здоровье, отлично. Что за херня? Ой, ё-моё, это была мина! Так, понятно, перепрыгиваем. Я просто не думал. Ну что же, еще одну миссию мы с вами прошли. И ранг опять S. Продолжаем, конечно же. Что вы знаете о зайцах? Эти маленькие пушистые комочки не такие уж и безобидные, как о них рассказывают. Стоит их подпустить ближе, и мощным ударом задних лап они молниеносно нанесут вам урон. Да, я это заметил. Опять диалог. Ммм, запах сладкой ваты, попкорна и жареных орешков. Я точно там, где надо. Только вот что-то жареным пахнет здесь сильнее обычного.
В любом случае, сейчас мне ничто не помешает осуществить мечту детства и вдоволь пошмалять по клоунам. Мой стальной ствол уже дымится. Я так понимаю, здесь будут клоуны. Ё-моё. Так, 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 тихо, кролики, куда разогнались? Действительно атакуют лапами, а? Вау, клоун, нифига, с автоматом. Это совсем мне не нравится. С дубинами, так. Ядрёна ты вошь. Да хорош орать-то, а это что тут еще сверху? Денджер. Так, шапки эти нужно, наверное, ребята, уничтожить. С которых прыгают кролики. Бонзай. Бонзай, ё-моё. Я вам сейчас тут устрою, блин, бонзай. Давай ты шапка. Ой-ой-ой, что-то как-то хреново. Ай, сейчас боюсь, подобьют меня здесь. Очень мало здоровья осталось. Фига там панды. Бонзай. О, чекпоинт, отлично. Опять это жижа. О, гамбургер. Да ладно, опять Денджер. Только что же был. Хорошо. Придется как-то выкручиваться. Кролики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо, ты бонзай, ё-моё, блин. Никаких этих. Ни бонзаев, ни зайцев, никого нам не нужно. Так. Отлично, пока все замечательно. Фух, прорвались. А это еще вот он, факир. Так, заяц. Зайцы, я надеюсь, вы сюда не будете запрыгивать. Так, надо как-то аккуратненько здесь все это сделать. Может быть, гранату шмальнуть туда, а? Блин, внизу, смотрите, сколько вражин накопилось. Ага, один факир готов. Второй тоже. Нет, второй, к сожалению, сейчас только что сдох. Ну что ж, нам надо прыгать, как-то аккуратненько все это делать, чтобы не поджариться. Я надеюсь, правильно хоть делаю все. Так, воздушный шар у нас тут, смотрите. Наверное, на него нужно запрыгивать. Ах ты, чуть-чуть не достали? Готов. Оу, щит, это что? Что за нежданчик еще, а? Бакланы здесь всякие табунами летают. Перепрыгивай. Ой-ой-ой. Ё-моё, куда? Да что такое-то? Блин, я не могу прыгать с тяжелым оружием. Спасибо вам большое. Главное не отдуплиться здесь. Так вот, бонзай мне не нравится. Такие панды. Сумасшедшие просто. Так, факир. Ё-моё. Все-таки он меня прожарил. Ладно, хорошо. Мы сейчас с вами... пойдем понизу, не будем наверх. Блин, Денджер, совсем забыл же. Хорошо, что чекпоинт здесь рядышком, да? И мы недалеко с вами ушли. Давай-давай, бегайте, прыгайте. Так, все пока нормуль. Здоровье полное. Гамбургер сожрали почему-то. Почему? Непонятно. Вроде бы здоровье было все. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Нет, эти кролики, они безобидные все-таки. Хоть их и много. Да факир, пошел ты знаешь куда. Мы пойдем здесь, вот понял. Воу-воу-воу-воу, корова. Кулак тоже этот О, блин, клоун, а. Вот так вот. Попкорн это нам все не нужно. Ага, вот и пулемет. Пора повеселиться. Ну, кто, чё, где? А, сейчас бонзай полетит, да? Точно. Так, давайте делать по-хитрому. Да ёлки-палки, опять этот факир. Как же мне его... Может, бомбу? Бомбу, блин, гранату, ёлки-палки. Да что ж ты... Давай, вот так, оп, отлично. Клоун, ну куда ты бежишь? А это у нас коктейль Молотова. Молодом. Смотрите, все клетки разорваны, животные все сбежали. И
Я вижу дробовик впереди. И бонзай сверху летит, а? Так, нужно как-то... Бонзай, да я понял уже. Вот так вот делаем. На пролом. Так, срочно подкрепляем здоровье. Ну, где вы там? Ага, бегут. Опять бонзаи эти, панды. Все, побежали. Так, какой ранг? Ранг Б. Ну, конечно, ребят, здесь мы с вами все-таки один раз погибли. Опять что-то у нас здесь написано. Ладно, читать не будем. Давайте продолжать. Ого! Мать моя женщина, это что еще за перекачанная горилла с прекраснейшими бакенбардами и подбородком, который пробуждает во мне неоднозначные фантазии? Мерзкий маленький человечишка, моя натягивает твой глаз на ногу и заставляет танцевать ламбада на день рождения моей бабушка. Нихера ты. Воу-воу, амиго, твои слова и бакенбарды тронули мою душу, и теперь я просто не могу пройти мимо, не преподав тебе урок хороших манер. Ну что, потанцуем? Это босс, ребята. Что он делает? И все, что ли? Ой. Да хорош ты, блин. Да ё-моё. Какая тут тактика-то, а? Черт, он меня задевает. Блин. Да, ребята. Слушайте, как-то не пошло у нас. Ладно, давайте-ка еще разок. Блин. Вот псих-то, а? Слушайте, я могу пройти вот здесь вот по низу? Блин, по-моему, нет. Или могу? Опа, ребята, кажется... Тихо, не сглазим. Слушайте, я могу вот здесь вот пробегать по низу. Ой. И он ничего мне не делает абсолютно. Лампочки почему-то только там падают. Слушайте, я, наверное, вот так вот и буду сейчас его кромсать. Ой. Слушайте, ну это неплохой вариант, я считаю. Тихо. И здоровье у него отнимается, отлично. Возможно, я нашел даже очень неплохой вариант, как подбить этого громозеку. Самое главное здесь не попасться под его удары кулаками. Ну, это разве босс? Это салага. Слушайте, это этот, да, у нас как его? Гиревик. Силач. Главное, чтобы у меня хватило патронов закромсать его. Ну давай, давай, давай. Осталось совсем чуть-чуть. Психопат, а? Он тоже, видимо, зараженный. Ну, последние выстрелы. Готов. Чепушила. Ну что ты на это скажешь? Какой ранг? Ранг А. Ну, тоже неплохо. Что такое гипношиноган? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Гипношиноган. Пепел и угли, что здесь происходит? Энджи, я знаю, ты должна быть где-то здесь. Энджи! Зря надрываешься, ее здесь уже нет. Ты еще что за чучело? Эй, эй, старина, остынь, я не с ними. Меня зовут Вилли, я местный музыкант, играю на цирковых шоу. Что, черт возьми, здесь произошло? И где моя Энджи? Я расскажу все, что знаю. Пару недель назад в цирковой труппе появился новый артист. Коала по имени Лаки. Лаки сразу же стал любимцем публики и труппы. Все было замечательно до прошлой ночи. Мне не спалось после выступления. И я вышел из своего фургона, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом. Вдруг, в свете луны, я заметил знакомый силуэт. Приглядевшись, я узнал Лаки. Он заливал какую-то жидкость в дым машины. Тогда я не придал этому значения, но на следующий день понял, что произошло.
когда началось представление и включились дым-машины, все люди и звери как будто обезумели. Вокруг царил полный хаос и паника. Все бежали, кричали, стонали. Дым был отравлен. И каждый, кто вдыхал его, терял контроль над собой, поддаваясь безрассудной жестокости и сметая все на своем пути. Этого Лаки и добивался. Вот это, ребята, поворотик. Ну что же, давайте дальше слушать. К счастью, на меня и Энджи яд не подействовал. Видимо, у нас какой-то иммунитет. Воспользовавшись суматохой, Лаки схватил Энджи и, сев в фургон, направился в сторону города. Я думал, что такое бывает только в видеоиграх. Я не знаю, что затеял Лаки, но не оставлю этого мелкого пылесборника безнаказанным. Я помогу тебе, и вместе мы сможем его одолеть и вернуть Энджи. Какой у нас план? Первым делом направляйся в город, а я пока разведаю обстановку и скоро тебя догоню. Ну что же, все становится предельно ясным, нам нужно отправляться в город. Вот как раз мы и здесь. Становится все веселее. Могу поклясться, что только что видел, как та девица сделала селфи с падающим самолетом. Какая девица? Гранатомет? Это хорошо. Опять здесь эти олухи, а? Оу, тихо! Так, тут уже какие-то новые виды у нас. Так, тихо, бэйби. Йоу, там самолет взорвался. Как... Ах ты, вот он про каких девочек говорил. Так, тихо-тихо, ребята, вот эти вот чуваки. Ать, не нравится мне этот пулемет, блин. Нет, он мне нравится, но... Оу! Ё-моё, я сам себя взорвал, ребят. Это было нечаянно. Так, давайте-ка по-быренькому переиграем. Да иди ты отсюда, бомжара с дробовиком, блин. Я тебе сейчас дам, свит. Никаких смайлов. Так, опять эти у нас пеликаны. Слушайте, надо, блин, так бегать. Это, конечно, все хорошо. Миниган, это зашибись. Но я с ним не могу прыгать. И к тому же бегать очень быстро не могу. Все, кажись. Нет, не все. Блин, бомжи эти с дробовиками. Воу-воу-воу-воу, тихонько. Главное не дать себя окружить. Слушайте, тут еще какой-то бомжар с топором, блин, который косит под викинга. Почему-то мне так кажется. Сразу вспомнил этот фильм. Бомж с дробовиком. Так, ну-ка выкусите, гады. Почему они не идут ко мне, а? Прыгают там где-то. Во-во-во, вот этот чувак. А, у него еще, смотрите, на голове фольга. Типа от пришельцев. Защиту сделал. Блин, я не могу уже прыгать с этой пухой. Ё-моё, тут самолеты везде летят. Огнемет это хорошо, нам пригодится. Я, кстати, так и не успел попользоваться-то толком. Чекпоинт, отлично. О, а это что такое у нас? Что, что это за марсианская пушка? Это что? В дерьмо превращает людей? По-моему, да. Иди сюда, мужара. Готов. Черт, главное машину взорвать, иначе будет очень плохо. Мы можем тоже отдуплиться. Просто людей превращаем в кучу какашки. Говноствол, так назовем его. Оу, данжер, вот это плохо. Дробовик, то, что нужно. Жалко здесь, ребят, знаете что, нельзя прокачивать свои пушки. Было бы вообще прикольно. Так, пока будем разбираться здесь. Потому что те олухи, я смотрю, особо к нам не спешат. Давайте вот так вот. Все, кажись, да? По-моему, да. Пора вон теми заняться. На тебя выкусите. Эй, мимо. Ну, все что ли? Довольно быстро. Нет. Погоди-ка, где-то кто-то остался.
Ага, вон они. Видимо, только дошли. О! Калашников. Смайл, я тебе сейчас дам смайл. Никаких тебе улыбочек. Оу, заваруха. Так, это у нас что там лежит впереди? Самолет, что ли, подбитый? По-моему, да. Эть. А, вот так вот, значит. Хорош. А калашников-то неплох, неплох. Прям как миниган стреляет. Только, по крайней мере, я могу с ним прыгать. И бегать. Все? Довольно легко. Ранг А. Ну, а мы с вами продолжаем. Ё-моё, это что такое? Фу, ну и запах. Надеюсь, что это не от меня. Канализация — отличный способ, чтобы срезать путь и попутно найти новые приключения на свой зад. Ну, поехали! Хорошо, я с тобой полностью согласен. Кто тут у нас будет? Ага, опять эти бомжи. Так, тихонько, тут мне не нравится, уже обрыв. Я не понял, а как вы бежите? Тут же нет мостика вроде бы. Нафиг надо перепрыгивать. Что это за звук такой был? Так, бомбочку, может быть, бросануть. Почему я называю бомбочку, когда это граната? Бомбочку, блин. Так, бомжи. Так, давайте-ка заберем обрез. И куда? Вниз, что ли? Ага, ого, смотрите, внизу. Внизу какие-то маленькие роботы еще ходят. Что-то новенькое. Да что за звуки-то такие? О, подкрепимся. Гранатомет. Блин, я не понял, ребят, а куда дальше? Так, ну здесь тупик, это понятно. Наверх нам вроде бы некуда там идти. Так, давайте глянем еще разок. Слушайте, здесь только один вариант. Это падать вниз. Ах, вот оно как, значит. Я думал, что как во многих играх, вниз падаешь и погибаешь. Но здесь не так все. Так, опять что ли прыгать вниз? Оу! Ё-моё, да тихо ты! Слушайте, у меня очень мало здоровья. Мне нужно подкрепиться. Чекпоинт, отлично. И подкрепился. Отлично, просто хорошо. Ё-моё, это что за... Что за фигня тут происходит? Не нравятся мне эти маленькие роботы. Эй, это что за... Чувак там... Оу! Фига, там уже и полицейские пошли. Так, хорошо, у нас чекпоинт рядом. Короче, тут можно погибнуть от всего. От бутылки коктейля Молотова, от гранаты, от этих зомбарей, от роботов. Кстати, при чем здесь действительно роботы? Отсылка, что ли, на черепашки-ниндзя? Ё-моё! Чё там кричал? Это моя работа? На, гад! Хорошо, что хотя бы взрываются. Так, бомж, отвали от меня. Какой, блин, Смайлз? Селфи они тут делают. О! Денджер опять. Хорошо, будем зачистку делать. Так, а этот непробиваемый у нас. Вот это плохо, ребята. Ну-ка, ага, вот так можно. Короче, мы перепрыгиваем и расстреливаем его сзади. Довольно неплохой вариант. Роботы, отвалите. Да... Что случилось? Я не понял. Что за бред-то сейчас был? Блин, опять. Я стрелял, стрелял по ним, и нифига у меня почему-то не вышло там. Понятно, значит, эти роботы мелкие так же опасны, как все остальные тут. Эй, листовочник. Не успел ничего сделать. Так, граната летит. Давайте, как по старой технике, ребята, перепрыгиваем. И вот так вот. Но на этот раз я уже не буду прыгать в кучу. Да
Почему? Слушайте, я не понял, в чем тут проблема? Какого лешего меня кто-то подбил? Причем довольно быстро. Может быть, там кто-то гранату бросил? Я ее не увидел, а? Да вроде бы все четко было. Так, листовочник. Куда ты там убежал, придурок? И не возвращается, а? А, во-во-во-во-во. Разгоняется, да? На, гад. Это моя работа, кричит этот сарделечник. Нате все. Так, сейчас у нас будет заваруха. Подготовимся. Бежит, 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 ага. Нормулька. Все, сейчас денджер. Надо действовать аккуратно. Мне кажется, что, наверное, вот этот вот полицейский все-таки успел на нас гранату свою кидануть. Смотри, смотри, идет коп, и сзади две селфишницы. Перепрыгиваем. Вот так, отлично. Все, нет? Нет, не все. Ах ты! Опа! Что-то новенькое видели, да? Полицейский, тихо, тихо, тихо! Мне нужно до следующего чекпоинта дожить по любасику. Выходим, что ли? По ходу дела, да. Ну что, только в прыжке, если, ребят? Или гранату? Ага, мы можем вот так еще делать. Это хорошо. Значит, он стреляет наверх. Это нам пригодится. Минус бомж. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Я так не договаривался. Да что ты... Блин. Все. Че, у меня закончилось оружие, что ли? Ну да, ребят. Пистолет этот противный остался. Так, мы можем их, в принципе, подбить. Давайте вот так, наверное, сделаем. Вот так. Зачистка... Да ёпарасоте, что ж ты такой непослушный-то у меня, а? И вылазим на поверхность. Ранг какой? Вообще С. Но это и понятно, мы сколько раз там погибали. Ну что же, продолжаем. Всего пару часов из жизни, проведенных в зловонной и темной канализации, несколько сотен потраченных патронов и тысяча убитых нервных клеток. И я на месте. Да уж, это точно. Что тут-то нас ожидает? Опять бомжи? Хорошо. Воу, тихо. Коктейль молотом бросает в меня. Так, вот эти вот взяли. Взяли. Магазин игрушек. Прям над головой коктейль молотом пролетел. Так, факиры. Клоуны эти. Так, сейчас чувствую, будет заваруха. Да, так и есть, денджер. И плюс бонзай. Оу, медведь этот. Черт, что такое? Вау-вау-вау-вау-вау. Фух, подкрепился, успел. Да что за жесть-то тут творится? Корова, вали. Так, коп. На, нафиг, получил свое. Давайте-ка быстренько сваливать отсюда. Там слишком много врагов. Подкрепились. Ух, огнемет, надо забрать. Бакир, ну-ка, получил? Так, интересно, куда мне нужно идти? О, внизу-то сколько? Попробуем вот так сделать. Оторваться, оторваться. И тут что, тупик, что ли? Тупик, ребята. Что за непруха? Что делать-то? Так, смотрите, какие, а, злобные тут полицаи. Ну что ж, вариант только один, да, ребят? Только наверх. Факир, ты мне не нравишься. На, сгорел на работе. Так, ну-ка, давайте-ка, может быть, расстреляем их. Да ё-моё, блин, ну... Какого фикуса, а? Столько в него надо было стрелять? Ха-ха-ха. Не нравится им, когда снизу-то стреляешь. О, подкреп. Замечательно. Ну, где, кто, что? Иди отсюда, Смайл.
Давай всех тут бомбить. Эть, нельзя здесь, ребята, знаете, как обычно, вниз и на прыжок, чтобы просто спуститься. Оу! Все, понял. Полицейский кинул в нас гранату. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих новых видосиках. А на этом все. Всем пока. И до новых встреч. Удачи вам.